смей подумать, что есть вверх, можно подниматься к свету. Ты заключен в огромный куб. Его построил только ты один. Закрылся, выбросил ключи в неведомую пустоту. Ну, то есть в самый низ, на дно своей темницы. Искусственно создал проблему, самоцель. Найти ключи, постараться выбраться отсюда, тогда, возможно, снова станешь ты живым. Появится опять рассудок, взгляд на все, что происходит, станет снова свеж. Наконец тебя устроит. Но кто на самом деле может знать, ожидать тебя на самом дне, возможно, будет сыро, неприятно. Кто вообще сказал, что будет очень худо? На дне вполне себе комфортно, неприятно. Лежишь и отдыхаешь сам с собой и по себе. Неясно, что найдешь ты в этой авантюре, и сможешь ли вообще преодолеть себя. Принять такие меры было изначально очень сложно. Не каждый сможет изнасиловать и вывернуть себя. Yeah.
никогда и не было. Чуждая по жизни уверенность, свободное время и деньги. Хотя времени, если честно, завалом было и есть. Но только можно с ним делать, и с чем его можно съесть. Да-да, я занят, работа, на личном тоже провал. По факту каждый день я смываю к херам унитаз. Не выжимаю до капли соки, да что там, даже не пробую. Приложив немного усилий, сажусь обратно в болото, а позже себя утешаю. Неужели кому-то должен? Порывы вообще-то бывают, пусть даже не продолжительные, но хочется постоянства, пусть даже не безукоризненного. Начать бы все сроки делать, закончить, что начал и бросил. Я не знаю, что будет дальше, не допустит того, что наметил. Но сегодня мой план однозначен, я выйду в центр вечер, нахерачусь в папе в стельку, а с утра наплевать, что там будет. Забрызнулся ними кота. Свет понемногу гаснет.
дыхания почти нет. Скорее уже просыпайся, или тебе конец. Это был дуэт «Глазированная Пикта». Спасибо.